Оператор Максим Траньков завершает соревнования парников. Музыка Баха в исполнении японской виолончелистки Якуко Каваи. Я бы так сказал, это выстраданная программа, потому что мы все помним, что перед чемпионатом мира, который должен был в 2011 году проходить в Японии, они приехали туда, в Японию, заранее. И, конечно, мы все очень переживали, знали, что они там в Японии, когда начались вот эти страшные землетрясения, цунами. И вот эту программу произвольно они посвящают вот этим событиям, посвящают тем, кто пострадал во время этого страшного землетрясения и цунами. Программа – это история любви мужчины и женщины, которые сначала теряют, а потом находят друг друга.
как тут не вспомнить последний чемпионат мира в Ницце? Там было все с точностью, да наоборот. Там была неудачная короткая программа и блестящая произвольная. Очевидно, очень много эмоций оставили накануне на льду Татьяна и Максим, когда с блеском выполнили свою короткую программу. И произвольная программа получилась с ошибками. Все началось еще в самом начале программы, когда не удалось исполнить каскад тройной сальхов, двойной тулуп. Ну и затем была ошибка падения на выбросе, падение на параллельном тройном тулупе. Ну, это опять же не в плане борьбы за первое место. Я думаю, что тут вопросов никаких нет, потому что у них было, во-первых, огромное преимущество после короткой программы, почти в 9 баллов. Тут скорее в плане борьбы, заочной борьбы с теми же Савченко и Шелкова. Сама программа замечательная, очень эмоциональная, драматическая, с таким драматическим подтекстом. Но вот ошибки были очевидны, технические. Был высокий очень выброс. Мы часто говорим, не хватило высоты. Тут, по-моему, ее было с избытком. И тут же падение Максима. Но здесь тоже не самым идеальным образом был исполнен выброс тройной сальхов. Но оценки за компоненты очень высокие. 3 оценки выше 9 баллов. .207,53 балла. Поздравляем их с победой и с выходом в финал Гран-при.